Итак, друзья, всем привет, с вами Евгений Вергус, и рад вас приветствовать в данном видео. И в этом видео я еще раз покажу и расскажу, что размещая правильные статьи на своем блоге, вы можете получать переходы по своим партнерским ссылкам. Давайте сейчас прям разберем вот такой кейс, свеженький. Я недавно приехал с конференции «Олимпийские бизнес-игры» в Сочи, и вот буквально вчера опубликовал статью «Тренды инфобизнеса 2019» или выжимка из конференции «Олимпийские бизнес-игры». Все, здесь идет рассказ о конференции. Естественно, я ставлю партнерские ссылки в этой статье. Вот здесь видите, да, что у нас есть партнерская ссылка. Дальше можем идти смотреть с вами. Идет полностью отчет, я все рассказываю. Рассказываю о том, что сам обучался у Евгения Ходченкова и проходил «Твой старт». Тогда он также назывался «Твой старт», но обучение было немножко другое. Сейчас уже изменилось, сейчас это обучение намного лучше. И здесь тоже я поставил свои партнерские ссылки. Идем дальше, читаем, читаем, читаем. Здесь все идет у нас о конференции. Здесь я показываю, что можно перейти и выбрать мои курсы. Идем дальше. И как раз таки то, что я хочу вам показать, вот здесь тоже я говорю, что хочу заострить внимание, выделить выступление Евгения Попова на тему простой схемы создания бизнеса и так далее. Да, публикую фотографию и здесь рассказываю о том, как можно получить книгу Евгения. Вот здесь видите, да, что есть ссылочка партнерская, здесь есть сама книга и здесь также стоит партнерская ссылка. Давайте посмотрим, что же у нас есть на данный момент. Вчера я публиковал, сейчас у нас 11:40, то есть первая половина дня 18 мая. Что у нас есть здесь? У нас есть 498 просмотров всего. То есть, ну, пришли мои читатели, да, которые, соответственно, посещают мой блог. Плюс я сделал там небольшую еще рассылочку и, соответственно, вот кто-то зашел, посмотрел. Что из этого мы можем понять? Давайте перейдем сейчас в аккаунт партнерской программы Евгения Попова и посмотрим. Здесь есть, видите, переходы. Это вот P-Turbo, это как раз таки эта книга. Вот она выбрана, эта ссылка. Я не выбираю все ссылочки, да, потому что здесь их огромное множество. Мы выбираем именно ссылку на книгу. И видим, что здесь нет за 2 дня, вот за неделю можно поставить. 122. Ну давайте выберем вчера 67 и сегодня 55. Ну то есть те же 122 и получается, да? Чтобы вы понимали, что 122 перехода, ну можно сказать даже за неполные сутки, потому что вчера я опубликовал статью во второй половине дня и соответственно еще как бы даже сутки не прошли. Но тем не менее, если мы с вами сюда посмотрим, 498, да? И 122, и 498. Можете сами посчитать, какая конверсия по клику. Конечно, да, здесь непонятно, какие будут продажи. Это вопрос уже другой. Мы рассматриваем кейс, как получать именно с отзывов, с обзоров. Это даже не обзор, это просто как бы отчеты конференции. То есть то, что я там был, я об этом написал. Вы видите, что люди, читая интересную статью, они переходят по партнерским ссылкам. Вот так просто это делается, то есть мотайте на ус, делайте то же самое и все у вас будет замечательно. Не нужно все время кричать купи, 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 здесь надо купить, это надо купить. Нет, вы просто рекомендуете классные продукты, тем самым закрывая вопросы ваших клиентов и все будет тогда, как говорится, вин-вин. То есть автор, которого вы рекомендуете в плюсе, потому что вы порекомендовали его продукт и он его продал, вы получили свою партнерскую комиссию, а клиент, который это сделал, тоже рад и доволен, потому что с помощью данного продукта он закрыл свой вопрос, либо свою так называемую проблему. Вот так это все в принципе работает, все достаточно просто, все элементарно и ничего здесь сложного нет. На этом все. С вами был Евгений Вергус. Всем пока, удачи, увидимся.